На кафедре реактивных двигателей ГНИТ УКАИ изготовили сковородку для гигантской яичницы, которую пожарят на фестивале Скорлупина в ближайшую субботу. Фестиваль Скорлупина пройдет 25 июня в селе Пестрецы. В Казани покажут новое шведское кино. Всего в рамках фестиваля вниманию публики будут представлены 7 фильмов. Казанцы стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов. КФУ «Казань» выступила в турнире возрастной категории 55+, где за золотую медаль боролись 11 команд. Победителями международного студенческого конкурса архитекторов и дизайнеров стали студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Работы казанцев были отмечены призовыми местами сразу в нескольких номинациях. На казанском автодроме «Кайзенринг» пройдет очередной этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Кроме того, на трассе состоится женский заезд и гонка в любительском классе «Сток Оупен». 30 июня состоится день открытых дверей Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ студенты абитуриентам. Ученые КФУ создают механизмы обезвреживания бактерий стафилококка.